преддверии парада памяти, который состоится 7 ноября, в ДК «Чайка» прошел литературно-музыкальный концерт патриотического проекта «Едем на Донбасс». На творческом вечере побывала наша съемочная группа. Патриоты своей родины. Председатель городской думы Алексей Дегтев вместе с коллегами традиционно поддерживают патриотические инициативы и активно принимают в них участие. В преддверии проведения парада памяти состоялся литературно-музыкальный концерт патриотического проекта «Едем на Донбасс». Вспоминали не только историю запасной столицы и былые подвиги соотечественников, но и тех, кто сегодня проходит службу в зоне СВО. Мероприятие, оно носит не только познавательный характер. Посредством того, что нам предоставилась возможность выступить в ДК, мы пригласили аудиторию, так сказать, 6+. Поэтому сегодня здесь у нас и ребята из кадетского корпуса, сегодня здесь и школьники, сегодня здесь и пенсионеры, просто жители управленческого, которые с удовольствием откликнулись на это приглашение. Мы очень поддерживаем наших ребят. Это очень хорошее мероприятие для того, чтобы наши жители знали, поддерживали. Мы с вами, ребят. Для гостей вечера выступил автор-исполнитель литературно-музыкального патриотического проекта «Едем на Донбасс» Михаил Чудаков. Также в преддверии парада памяти в образовательных учреждениях проходят уроки мужества, которые знакомят школьников с историей военного Куйбышева. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.